Дорогие друзья, всем привет. Привет. Посмотрите, кто у нас сегодня за рулем. Катя наконец-то получила права, чему я рад безмежно. Видите, как волнуется. Да, переживаю, конечно. В последнее время в комментариях спрашиваете, куда мы пропали, ничего ли у нас не случилось плохого. Поэтому мы решили запилить влог о том, как мы проводим свободное время сейчас, когда на улице так жарко, а в лесу пусто. Люди сигналят. Мне страшно. Мне вообще пофиг, потому что сигнал. Поэтому, кому будет интересно, оставайтесь с нами. И на ваших экранах появится жемчужина Днепропетровщины. Это Голубое озеро вблизи города Каменское, Днепродзержинск по-старому. Оно такое чистое, тогда как на Азовском море оно просто превратилось в какую-то желеподобную массу. Там просто нашествие медуз. Ближе, ближе. Вот так вот. И где-то вот тут останавливайся. Умничка. Итак, мы подъезжаем к нашей пока еще любимой локации на этом озере. Это пляж Афины. $100. Мы прибыли в места для кемпинга. Сегодня понедельник. Думали, что людей будет меньше. Но тут, как можете видеть, первым делом надо окунуться, а потом уже будем расстилаться. Тут плавают рыбки. Да, видно их. Максимка в плавании у нас такой же еще ученик, как Катя в вождении. Поэтому нужна страховка. Ну вот, не прошло и, наверное, минут 20, как наш лагерь почти готов. Сегодня при сборе мы потратили около 3 часов на то, чтобы выехать. Знаете почему? Сейчас покажу. Я так замучился несколько лет ногой качать этот матрас. А сейчас мы купили вот такой вот гаджет, который сам все это делает. Я такие рады, такие рады. Оживает наш матрасик. Да, Кать? Угу. Ну вот, собственно, почти все, да? Бастурмичка моего приготовления. И пивасик. О, хорошо, Кать. Да. Вид какой. Трусы. Видишь, какая как испарина над водой. Так кто мангал, что это дымит? Куриная бастурма. Вкусная, но есть один нюанс. Готовил ее первый раз по рецепту из Ютуба. И в качестве специй добавил копченой паприки. О чем пожалел потом. Она стала пахнуть носками несвежими. Но на вкус приятная. Но оно как-то вывалилось уже. Я ее стряхнул, на 2 суток засолил, вся лишняя влага вышла, а потом 4 часа вымочил, в воде 2 раза воду менял. Сухой чеснок, паприка и красный перец. Перемешал, обвалял и отправил сохнуть в тенечек на балкон. Пойдем покупаемся. Thank you.
Итак, наступил момент, когда можно показать вам местные удобства. Вы уже догадались, куда мы идем. Да, тут вообще как будто табор отдыхает какой-то, да? А там еще беседка. Это какая-то церковь. О, смотри. Свет миру. Офигеть. Смотри, сколько гамаков. Ага. Еще три дома на колесах. Ой, вообще класс. Понятно? Не буду это читать. Идем. Так, кафешка. Центральный пляж здесь. Вон раздевалочки. Там дальше вон даже есть горки. И там еще кафешки. И номера есть там. А мы идем сюда. Ну все, погружайся. Выбирай. А нет, там закрыто, чтоб не лезешь. Так вон открытый сколько, иди. Ну что, порядок? Хорошее местечко. А самое интересное, что вдоль всего побережья этого большого озера, это коса там, это еще не и край его. Вдоль всего этого побережья можно пройти пешком, прямо по воде, по песочку, по чистому. Такой здесь берег своеобразный, чистый, видите, с голубым оттенком. И там примерно, ну, везде по-разному, метрах в 10-15 начинается уже резкий обрыв, глубина. А до этого момента по коленам, ну, по пояс максимум. И вот где идет граница мели и глубины, там как раз оттенок голубой преобладает. Может быть, сейчас его не видно. А вот это вот зона именно кемпинговая. Как я уже сказал, там есть еще номера, которые можно снимать. Но там цены точно не дешевле, чем на море. И обратите внимание, сколько отдыхающих. На выходных здесь вообще муравейник. Вон там, вдалеке, есть еще большие пляжи и хвойный лес. А вон наш маленький лагерь. Что вы так думаете? Мы освободили место для курицы гриль. Тут изголодалась. Так, что у нас на обед, Катюша? Салат, багет и курица. Пиво еще. Буду. Курицу приготовила, приготовила не Катя. Давай будем. Ночь готовила, что ну, отдыхать так отдыхать. Зачем что-то готовить, да? Если можно купить готовое. Замерзла, да? В сумке, холодильнике. Конечно, замерзла. Ну, от этого она не стала невкусной. Вкусная. Я вчера видел пост своей знакомой в Инстаграме. Зачем ты вот это засунул? Она была там в кафешке. И там заказывали они комплексный обед. 90 гривен с человека. Ну это не так и дорого. Да. Смотря, что туда входит. Ну дай мне, дай мне. Мы взяли ложки. Заедим руками. Да. Так вкуснее. Как вкуснее. Настоящее единение с природой. Когда ты ешь руками. А потом удивляешься. Дима. Ну что ж так долго? Да нету на крыле. На чем ты лежишь?
Спишь на чем? На матрасе. Не, дома. Кровать. Телефон. Ниндзя. Моя. Яхта. Астрахань. Носорог. Риб. Барашек. Козлик. Козел. На чем мы катались по Днепру, что я боялась? Катамаран. Нож. Жир. Рак. Камасутра. Максимка выигрывает. Папа проигрывает. Мы и черные. Зря ты туда пошел, ну ладно. У меня две дамочки. У нас тут кукурузка уже подошла. Опа. Ну что? Как кукурузка? Вкусно. Солодезно. Вот и вечерочек уже. Сколько уже? Часика 8, Кать? Да, 8.04. 8.04. Ну, людей чуть поменьше стало. Но все равно весело. Не одиноко. Пойдем, Максик, вынесем мусор. А люди еще купаются. И, кстати, на пляже вон с той стороны еще даже солнце немного светит. А с нашей стороны уже села. Ну, за деревьями спряталась. О, великое переселение. О, а то, что там, дым или испарения какие-то. Вот центральный пляж уже совсем свободный. Островок. Угу. Можно сыграть в волейбол здесь. И можно покататься на надувашках. Вот уже номера, наверное. А тут такая стилистика Древней Греции. Колонны. Пойдем посмотрим. Ой, кто это? А я тут. О, стройняшка. Ой, блин, что я? Ох, какой. А ты говоришь, батя жирный у тебя. О, ну тут вообще понятно. Ой, жесть, сумоист. Ой, это что? Это я. А что ты тут видишь? Я вообще ничего не вижу, только живот один. Вот здесь, вот такое зеркало надо у себя дома ставить. Дорогие друзья. А ты какой-то худой. А я? Надо будет маме показать. Бонифаци. Короткие ножки. А чё только я такой? Чё я такой и есть? Пойдём заблудимся в этих улочках. Это же древнегреческий лабиринт, где нас может встретить Минотавр. Куда мы? На пляж вышли, да? Здесь есть инстаграмное местечко. Сейчас посмотрим. Колоннами. И какой-то древний грек прислонился уже к одной из них. Старые колонны. Их можно сбить. Пойдем. Как в Египте. Как в Древней Греции. Просто столько. Маслины даже растут. Ну
Чего ты говоришь? Это были сирены. Вернемся в лабиринт Минотавра. Не ходи. Это можно в карантин. Сократить, правильно говорить. Вот эти. О, ну что-то есть. О. О, какой антураж. Даже есть вода. Ну да, здесь можно шашлычок приготовить. И сесть большой компанией. Решили мы вернуться по воде, да? Пошли в другую сторону и по воде вернуться. Тут такие рыбы огромные плавают. И мы боимся, что нас что-то укусит. А ведь может же. Уже луна освещает нам путь. Мама, наверное, там переживает. Те шорты я сейчас намочу. От страха? Да. Ну вы поняли, друзья, чего. Какие-то мешки на дне. Надеюсь, что не с трупами. Тут заходик какой-то. Давай выйдем здесь. Да нет, пап. Давай. А то что-то от папе стрёмно. Скорее. Ой, там мы еще это лагерь выходим. Вы не против, мы выйдем. Спасибо. Мы бы пошли дальше. Это, наверное, их мешки с трупами были на дне. Походу. О, Катюша уже постелила. Все как положено. Накидку на палатку не будем накидывать. Потому как и так душно в лесу. Ну, подушки классные. Умастились. Да. Умастились. Ой, Максим. Надо укрывать. Ну, тогда спокойной ночи. А мы сейчас посмотрим, наверное, какой-то фильм. До завтра. Экстренное сообщение. Пол первого ночи. Одни соседи только выключили музыку, от которой внутренности переворачивались у Кати. А еще мы хранили наш надувной матрас в шкафу, где наша кошка Пуся его проколола, видимо, когтями. И сейчас мы лежим просто на земле. Мое тельце сейчас стонет просто. На какой бы бок я ни перевернулся. Не знаю, как дожить до утра. Ну, Максиму пофиг. Он как муравей. Ждем утра. Все, пока. Ого. Уже 7:43. Пора вставать, буисты уже хочется. Что, картошечку пожарить, Катя? Ой. То там была дискотека. Да нет, и там, и там, и там. А, вот там. И там. И они друг с другом соревновались, у кого громче. А мы мучились. Насколько разный здесь контингент.
Тут есть люди верующие, а есть вон написано на машине. Блёстками. Ночью мучились все одинаково от той компании. Как вы уже поняли, до Почерёвочки все-таки мы добрались. На второй день, правда. Приятного аппетита. Приятного. Я видел, люди завтракают тут. Булочки, чаек, кофеек, круассанчик. А мы картоху с салом. Почерёвка. Жирную пищу, чтобы не мерзнуть в воде. Ну вот, дорогие друзья, и закончились наши выходные на Голубом озере. Я надеюсь, вам понравилось наше видео. Это, конечно, не наш формат, мы как бы больше про грибы. Но так как сейчас жара и грибов нету, мы решили вам снять такой ролик, не особо соскучившийся по нам. И если вам понравилось, пишите нам в комментариях, мы будем рады читать. Скучаем по вашим комментариям. Пока. Пока.